времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Раиль, и вы сейчас находитесь на моем музыкальном блоге. И мы с вами продолжаем также разбирать песенки из видео 25 песен за 8 минут. Осталось 2 или 3 песни всего. И после них мы начнем что-нибудь новое разбирать. А сегодня очередь дошла снова-таки до песни группы Кино, но уже песня «Звезда по имени Солнце». И давайте я ее исполню, один куплетик только, и сразу приступим к разбору. Поехали! Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней, город дорожной петли. В общем, таким же макаром у нас еще песни идет 2 куплета, всего 3. И давайте рассмотрим 4 основных аккорда в этой песне. Всего 4 аккорда. АМ первый аккорд, второй аккорд С, третий аккорд ДМ, четвертый аккорд G. Но все это нам нужно играть при помощи барре. Конечно же, если у вас это получается брать, ну барре, если получается брать. И давайте посмотрим вступление к песне. У нас в начале 8 раз повторяется вот такой бой. То есть мы берем аккорд ДМ, ДМ целиком сначала, убираем мизинец. Вот на таком аккорде нам нужно сделать один удар. Это ДМ7 аккорд. Делаем удар вниз, потом поднимаем средний палец, потом снова ставим. И потом еще добавляем мизинцем восьмой лад на первой струне. Получается 3 разных аккорда. Вот, поехали. Вот, еще раз. На картинке вы сейчас тоже увидите схему этих аккордов. Поняли? Смотрите, вот это рисунок, который заканчивается на мизинцем на восьмом ладу первой струны, нужно повторить 8 раз вступление. Когда я исполнял, я не стал столько раз исполнять, чтобы время ваше не занимать. И исполняйте это 8 раз. Поехали! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И поехали! То есть 8 раз исполняем и начинаем наш бой. Смотрим, как играется бой. Очень примитивный бой. Сразу покажу, как ее играть. Заметили, чтобы сыграть вот этот бой в начале, нужно было ее сыграть при помощи барре. Следовательно, нам вступить на аккорд АМ удобнее при помощи барре. Доиграли и пошло. Берем аккорд АМ, делаем удары. Вниз, вверх, хлопок. Вверх, вниз, вверх, хлопок. И все. Вниз, вверх, хлопок. Вверх, вниз, вверх, хлопок. Вниз, вверх, хлопок. Вверх, вниз, вверх, хлопок. Ничего расслаблять не нужно тут. Вниз, вверх, хлопок. Вверх, вниз, вверх, хлопок. Пробуем со словами. Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле, одеяло лоскутным на ней, город дорожной петли. Понятно, я надеюсь. Друзья, этот бой идет у исполнителя до конца песни. Но смотрите, перед
окончанием первого куплета, тут у нас такая песня, где нет припевов, перед окончанием каждого куплета, каждого, у нас немножко порядок аккордов меняется. Сначала он шел АМ, С, ДМ, G, а в конце, перед тем, как уйти на АМ, мы еще раз играем ДМ. То есть давайте возьмем она, так, с аккорда АМ. А над городом плывут облака, закрывая небесный свет. А над городом желтый дым, городу ты тысячи лет. Вот и прожитых под светом звезды по имени Солнце. То есть, чтобы возвратиться к тонике АМ, нам по... нужно сыграть аккорд ДМ перед окончанием. То есть, если мы шли в таком порядке, АМ, С, ДМ, G, и после G у нас должно было АМ быть, то перед АМ мы еще вставляем аккорд ДМ. После каждого куплета у нас, друзья, идет тот же самый проигрыш, что во вступлении к песне. Только он повторяется не 8 раз, а всего 4. Смотрите, после первого куплета. То есть мы за такт вступили. И 2000. На слово тысячи приходится аккорд АМ. Также исполняем второй куплет и заканчиваем. Согрета лучами звезды по имени Солнце. Доиграли АМ несколько раз в конце. И снова проигрыш пошел. То есть, опять-таки, за такты вступаем в третий куплет. И мы знаем, на слово знаем приходится этот аккорд АМ. Да. Основной бой, которую исполняет ритм гитары, мы с вами посмотрели. А давайте теперь посмотрим бас в этой песне и вторую партию гитары, которая играется на фоне первой. Поддерживает ее. Давайте приступим. Сейчас мы с вами рассмотрим партию второй гитары, друзья, которая сопутствует первой. Вторая гитара играет мелодическую функцию и исполняет такую мелодию. Мне совсем неудобно играть снова, ребята, поэтому извините уж. Берем третью струну на пятом ладу, четвертом, потом на втором. То есть... первый удар приходится на паузу. Пум. Все за так-то. То есть здесь первый удар пропускаем. И здесь пропускаем. Эту же мелодию можете сыграть на первой струне. Также взять восьмой лад, седьмой и пятый. Восьмая, седьмая. Пятая, седьмая. Восьмая. Восьмая, седьмая. Пятая, седьмая, восьмая. Понятно? До, си, ля, си, до, си, ля, си, до. И этот рисунок идет до самого конца каждого куплета. И в конце, когда мы произносим фразу «прожитых под светом звезды по имени Солнце», там у нас другой рисунок. Смотрите, какой. Дергаем первую струну открытую, вторую на третьем. Потом третью на втором ладу. То есть... еще раз. Еще раз. Потом снова первая открытая. Снова вторая на третьем. И остановку делаем. Потом третий так. Дергаем первую открытую. Вторую на первом ладу. Потом на третьем ладу. Потом вторая открытая. И снова на первом. Еще раз. То есть в это время произносит первая гитара, ну, исполнитель вокальной партии и прожитых под светом звезды. Ну понятно, да, концовку первого куплета, каждого куплета. Такую партию проигрывает. И потом, друзья, знаете, что у нас идет уже снова-таки проигрыш. И он играется так же, как играет первая гитара.
То есть вот так. Смотрите. Потом поднимаем фак. Опускаем. Потом мизинец на восьмом ладу. Потом снова. Это уже первая гитара играет. А в это время наша вторая гитара, знаете, какую партию играет? Уже чуть-чуть другую. Берем четвертую струну на седьмом ладу, вторую и третью струну на пятом ладу. Играем. Седьмая, пятая, седьмая, пятая, седьмая, пятая, седьмая, пятая. Еще раз. То есть вторая и третья струна чередуются через седьмой лад четвертой струны. Начинаем с седьмого лада четвертой струны. Дальше второй аккорд. Чисто берем четвертую и третью струну на пятых ладах. И начинаем также с четвертой струны. Чередуем. Потом снова возвращаем четвертую струну на седьмой лад. Потом берем вторую струну на шестом ладу. И третью струну также на седьмом ладу. Тоже начинаем с четвертой струны. Еще раз. Это был третий аккорд. И концовочка. Берем четвертую струну на пятом ладу, вторую на шестом и третью струну на седьмом ладу. И также начинаем с четвертой струны. И все это мы повторяем, повторяем, и когда доходим до слов и прожитых под светом звезды по имени Солнце, мы играем тот же самый рисунок, как в первом куплете. Да? И снова пошел проигрыш. Третий куплет начинается, и его вы, друзья, можете сыграть таким же макаром, как в первом куплете, или же вот сыграть вот эту вещь для второго куплета, которую приготовили мы. И в третьем куплете, друзья, для разнообразия, конечно же, можете вот это играть. Пусть для каждого куплета будет свой какой-нибудь отдельный рисунок для второй гитары. Ну, для разнообразия. Песня, она очень простая, можете от себя что-нибудь вставить. Окей, друзья, давайте мы будем двигаться с вами дальше. Последнее, что я хотел бы с вами сегодня рассмотреть, это басовую партию нашей третьей гитары. По сути, друзья, основа этого баса идет от аккордов обычных, в куплетных. И вот эти промежуточные ноты вы тоже можете сыграть. Ну, давайте рассмотрим. Вот вступает наш бас на пятом ладу шестой струны. Тоже два раза дергаем. На третью паузу приходится. Потом три раза дергаем. И на четвертую паузу приходится. Пауза. Раз, два, три. Пауза. Раз, два, три. Потом на си делаем. Переходит. То есть раз, два, пауза, раз, два, три, четыре вместо паузы мы берем пятую струну на втором ладу. Это переход на второй аккорд, на С, то есть вот этот, или вот этот, вот он. Бас дергаем, три, раз, два, пауза, раз, два, три, пауза. Дальше аккорд ДМ идет, и мы берем пятую струну на пятом ладу. Раз, два, Ре, то есть нота. Раз, два, пауза, раз, два, три, пауза, раз, два, пауза, раз, два, три, пауза. Потом идет аккорд G. Вот он. Поэтому нужен нам в основе G тоника соль. Вот эта нота соль. Нам она нужна. Соль, соль, пауза. Раз, два, три, пауза. Раз, два, три. Раз, два, три. Соль, диез, G. Решетка. Чтобы перейти снова к тонике. Кля. Друзья, запомните, чтобы перейти с первого аккорда на второй, то есть после АМ идет же у нас С, мы между ними заполняюще ставим H, то есть переход. Как и вот здесь обычными квинт-аккордами я вам показал, в басу то же самое повторяется.
Си-ля. Ай, то потом начинается, да? А чтобы, друзья, перед концовочкой снова от соль перейти к тонике, вот здесь. То есть, чтобы снова начать куплет, да, мы еще используем промежуточный соль дед. Соль, соль, соль. И пошло. То есть, второй четверостишие каждого куплета идет. И повторяем таким же макаром. Си. Дальше ля, ай, ре. Соль. Все так же повторяется, но вот перед переходом концовочкой нашей, то есть перед проигрышем, нам нужно исполнить немного другой рисунок. То есть мы здесь исполняем. Мы же помним, от соль мы в конце не идем сразу на М, а после соль вот эту мы идем сначала на ДМ. Прожитых по цветам звезды. Ну, это все произносим. И чтобы к этому аккорду перейти от соль вот этого, мы должны сыграть. То есть Си, До и на Ре прийти. Прожитых по цветам звезды по имени солнце. Понятно, надеюсь. Итак, такой бой повторяется в каждом куплете, друзья. Давайте мы с вами последнее что рассмотрим. Это проигрыш, который вот идет перед каждым куплетом. Здесь мы, нам нужно играть просто пятый лад на пятой струне. Пауза. Что я сделал? В конце я сыграл пятый лад на пятой струне, потом третий лад на четвертой, снова пятый на пятой. Снова, а потом сыграл третий лад на пятой струне и открытую пошла снова. Вы можете первую тонику играть или на пятом ладу шестой струны, или открытую пятую, вот здесь. Еще раз повторим проигрыш для баса. Когда вот этот бой идет, вы играете такой рисунок. Запомните в конце вот этот ход. Ре, фа, ре, до, ля. И снова пошел куплет. И 2000 лет война. Война без особых причин. Война дело молодых. Лекарством против морщин. Надеюсь, все это вам понятно было, друзья. Ой, не очень-то хотелось эту песню разбирать, но она у нас в списке есть среди 25 песен. Ее мы с вами разобрали, надеюсь, понятно было все. Если нужны табы, я вам могу отправить. Их очень много, по сути, эту песню даже не стоило разбирать, потому что на нее очень много разборов, и она очень простая. Но спасибо за просмотр, надеюсь, помог как-то. Подписывайтесь на канал, скоро будем разбирать последнюю нашу песню «Ругань из-за стены» Noize MC. Она самая сложная в нашем списке, но к ней мы отнесемся со всей серьезностью и рассмотрим ее как надо. Спасибо за внимание, подписываемся, еще раз говорю, ставим пальчики, если было полезным, все, что я вам сегодня взболтнул, показал, так сказать. И до скорых встреч!